ходе акции «Дети и семья» у нас в городе прошел ряд мероприятий. В преддверии Международного дня ребенка и Дня матери были организованы встречи с семьями, объединение с педагогами и психологами школы детских садов города с участием специалистов реабилитационного центра. Решался вопрос о работе по профилактике жестокого обращения с детьми, по раннему выявлению социального сиротства и как можно раньше помочь семьям выйти из трудной жизненной ситуации. В рамках этой акции у нас будет также организован круглый стол в издательском доме «Грани». Пройдет горячая линия, на вопросы которых ответят специалисты нашего центра и представители субъектов профилактики. Также у нас проходило анкетирование родителей по жестокому обращению. Значит, у нас планируется посещение многодетных семей на дому и семей, которые нуждаются в социальной поддержке, для того, чтобы как можно больше и эффективнее в дальнейшем работать с этими семьями. Был проведен день открытых дверей, где присутствовали представители отдела социальной защиты населения, прокуратуры и комиссии по делам несовершеннолетних. Все обратившиеся получили очную консультацию. Очень хочется, чтобы наши семьи, наши дети в семьях жили счастливо, спокойно. Хочется, чтобы наши дети были достойны своих семей, чтобы у них было здоровье, было все благополучно. И как можно меньше мы бы собирались по поводу именно жестокого обращения или профилактики какой-либо. Друг друга храните во все времена. И в связи с этим хочется напомнить, что наш центр также объявляет акцию предновогоднюю «Новый год спешит нам в гости». Не все, к сожалению, дети, а именно те дети, которые являются детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, дети, оказавшись в трудной жизненной ситуации, не все они могут получить новогодний подарок. Поэтому мы обращаемся к организациям, к предприятиям города, к частным предпринимателям, просто горожанам, которые могли бы помочь этим детям, принести свой сладкий приз, либо какой-то другой подарок для празднования Нового года. Вместе с вами мы сможем сделать этот праздник для детей незабываемым и продлить им детство. По всем вопросам можно обращаться по телефону 73-89-22 и 73-08-60 или подойти в центр по адресу улица Терешковой, 18.